question. Мы находимся на одной из съемочных площадок Universal Studios Hollywood в декорациях, посвященных Европе, где студенты New York Film Academy занимаются работой над своими проектами. Помните известную сцену в начале фильма «Пираты Карибского моря»? Правильно, Джонни Депп прятался именно в этой нише за статуей рыцаря. Сегодня я хочу вас познакомить с нашим русскоговорящим выпускником и также очень талантливым певцом Андреем. Мне интересно, почему Андрей, который успешный певец у себя на родине и победитель многочисленных конкурсов, решил начать все сначала и вернуться в школу, изучать актерское мастерство? Давайте его спросим. Прошло очень интересное событие. В прошлом году я начал играть в театре. Новый, неожиданный для меня оказался опыт актерский, да, то есть это мюзикл. И мне это настолько понравилось, что я как-то решил продолжить это в профессиональном плане. Выбрал New York Film Academy для того, чтобы это сделать. Расскажи, какие классы преподавателей были самые любимые? Мои самые любимые классы были, наверное, Monologues и Scene Study. Педагоги замечательные, действительно, профессионалы. Подход большинства из них, я бы сказал, индивидуальный к каждому. Просто делаешь то, что должен, занимаешься делом. И это прекрасно. Ты считаешь, обучение в академии помогло тебе в достижении каких-то целей? Безусловно, да, безусловно. Практика, она все решает. И в New York Film Academy мне такую возможность предоставили. Да, мы и сейчас с вами тоже на этой работе на площадке в Universal Studios. Здесь у нас была возможность делать учебные фильмы, сниматься. Вообще, в принципе, понять процесс от и до, побыть в разных ролях. Кто-то там микрофон держит, кто-то снимает, кто-то делает. Вы как команда работали, да? Да, конечно. Ты планируешь вообще строить карьеру в Голливуде или все-таки на родине? Я однозначно буду работать в России всегда, независимо от того, буду ли я работать здесь. Но, разумеется, это такая, да, мечта жить и работать в Голливуде. Да. Я думаю, что я делаю для этого какие-то шаги, и даже иногда предложения поступают. Но, опять-таки, здесь медиабизнес намного сильнее развит. Во-первых, больше людей, во-вторых, больше людей профессиональных. Андрей, было очень приятно с вами пообщаться. Желаю вам успехов в вашей карьере. Спасибо вам огромное, вам тоже огромных успехов. Я надеюсь, вы к нам еще приедете? Обязательно. Ну а сейчас мы скажем пока! Пока-пока!